Ай-яй-яй! Тихо. Все будет бояться. Тихо. А что они подержали так, собаку? Я ничего не могу сделать. Так надо было взять там сразу. Не бойся. Ой, она полизать хотела тебе. Никто не отпускал, она сорвалась. Занятия у нас в час каждое воскресенье. Можно не объявлять. Так, у меня объявление небольшое. И объявление такое. Поближе, чтобы было слышно. Кто вчера не был, еще, может, не знает, почти евангельское чудо у нас было. Мы бреди не имели там, ну, ловили еще. А тут я заказал. Вот бывает сетка такая, здание когда строят, чтобы кирпич не упал. А потом, когда они построят, куда-то девают. И Сергей Павлович, вот он там кому-то подошел, кто-то, я не спрашивал даже. И тот, говорит, спонсором назвал его. И он помог и дал ему. Ну и мы раскинули, когда я... У нас оно 12 метров был, а этот можно сделать 20. И мы, значит, главное, мотню этот, куда рыба сходится. Такая была, вот такая была. А теперь я решил, вот смотри, оттуда раз, два, три, примерно 3 метра это. Это надо разрезать, потом на угол. Ну, до этого мы ходили последний раз, 3 гальяна поймали, 3. Больше нет. Но тут один вопрос. Я вперед его скажу. На этой неделе прошедшей, кто из вас пас и был там, где перегорожен у нас шлюз? Из второго мостика на первый, где там загорожено, камень лежат. Кто пас на этой неделе? Я пас. Ты пас? Ты. Кто пас? Ну, мы когда подъезжали с Игорем, кажется, смотрели, можно где рыбачить. Ты тут раньше пас. У нас такая мысль подошла, что кто-то не расположен к нам, потому что мы все очистили, дно чистое, и вдруг... Коряга брошена там на половину пути. Коряга не какая-то. Батюшка говорит, а может быть, ее как-то нагнало. Никак. Она видно, что лежала в воде, и она не всплывает на дне. А если ее невод захватывает, ну что, он рвет ее, никуда не пойти. И это не все. Когда они тащат невод, то до конца до берега не достают. А потом идут люди, специально длинные сделал такие, с ветками, колотить по воде, чтобы рыбу оттуда загонять сюда. И от нее остальные веточки я ссек. И кто-то это ветки разнес туда, где бросает. Дальше. Одна из свай, тяжелая такая, унесенная именно на неделе, туда, где 2 доски брошены, то есть засорить этот промежуток. Но если просто одно, а то 3 события одинаковые, и прутья наши туда уволок кто-то, ни корова не могла унести. Сваю вот такой толщины она тоже не могла. Чужих людей тут. Если кто-то что-то, я знаю. Наши сомнения удалите. У меня предположение, это бобры мстят вам. Бобры, да? Да. Бобры прутики не носят. Не носят, а вот дальше. И если они воду стащили, они тащат дальше. А это на берегу еще лежит свайка. И на ней ни одного следа, ни бобров, ничего. Отпадает. Нет, не подходит. Но дело в том, что пошли. Теперь мы... Поняли, что очень трудно, там дно скользкое, и надо, чтобы по берегу, как бурлаки на Волге, должны помогать тащить. Ну, тащить трудом, там тянули, кое-как вытаскивать. А когда уже заворачивать, тут на берег, а тут дальше стоит, и тогда мы от самого этого гоним, что есть. Ну, сколько там будет. И вдруг с трудом вытаскиваем, гляжу, как будто поймали огромного тюленя. Мотня вот такая вот, и вся забита рыбой. Теперь мы можем сказать, было 15-литровое, 15 литров ведро,
15 литров. Примерно 10 ведер. 5 это на карасей. Ну, хорошие караси. Так, мы можем поделиться, ну, что есть. Даже сейчас вот кто-то пришел, мы вчера потемок чистили, так и не могли. И гальяны, примерно столько же. 10 ведер, это примерно 150 килограмм. Я сам такого не видел. Это вообще, кое-как мы оттуда вытащили, а дальше грузить-то взяли 3 ведра еще, даже незаметно. Надо поднимать, и кое-как мы подняли, там остатки-то в машину сзади загрузили, чтобы не порвать-то его. Не, вот, ну, еще там он слабенький. Так, рыба кому нужна? Так, зайдешь сейчас. Вот дядя Вова. Есть такой ролик. Дядя Вова, мы с тобой, про Путина. Ребятишки, дядя Вова, мы с тобой, если поведет смертельный бой, последний бой. И так, то, что я сказал о том, что коряга пока еще не вытащена. Какие ваши вариации? Это на этой неделе было сделано. И прутья, которые мы сложили отдельно, когда длинный-то прут я отсекал, они разнесенные, в другом месте совсем лежат. Ну, и сваи тоже нельзя просто так. Ну, она руками принесена. А у нас там много лежит, сено прижали. Чужих тут вряд ли будет. Батюшка говорит, да тут понаедут люди, сейчас будут. Я говорю, уже просятся рыбаки. Не надо этого бояться. Мы никому не разрешим по-другому рыбачить, как только удочка. Это закон такой. Я хозяин, мы это создали. Поэтому мы тут, это сорная рыба. Зимой не долбят там для атмосферы. Поэтому она вся погибает. Так что тут еще нет. Еще кому нужна рыба? Зайди. Которые не чищены в живом виде. Вчерашние караси мы в холодильник положили. Целые где-то. У нас... Готовятся некоторые люди приехать, и мы не знаем, с какой целью пока. Может быть, это 3 года назад, кажется, было. Сорокин Дмитрий приезжал, и он из баптистов. И жена баптистка, я с ними беседую, ролик стоит. Приняли крещение мать. Я не знаю, ребенок-то был крещен, нет? Да, по-моему. Сейчас 2 ребенка, и он хотел быть по Теряевке. И теперь они едут. Хотел на этой неделе... Я думаю, он созвонился с батюшкой, сказал, что его не будет. Что-то у него хорошие сдвиги по отношению жены. Хорошие люди. Ну вот, не все сразу делается. Вот на занятие придете, кто сегодня, обязательно заготавливайте вопросы серьезные. Вот я о чем говорил. Бог творит все хорошо, весьма хорошо, вдруг творю все новое. Ну, надо просто святых отцов знать и чувствовать, кто мы такие. Все пока у нас. Минутку можно? Так. Игнатий Иванович, звонила глава администрации Корчина. Видимо, циркуляр им всем пришел, чтобы детей не отпускали на пруды одних. Да. Он говорит, у вас все нормально, мы знаем, что вас это не касается, но тем не менее. Участились случаи гибели детей на водоемах. Сейчас аномальная жара стоит и будет еще стоять неделю, это точно. И вот... Краевые власти, видимо, обеспокоены об этом, что... Правильно, что обеспокоены. Детей спасти надо. И поэтому меня упрекает, тогда писатель Быков был, у Лапкина нет никаких аварий. Да как они могут быть аварии, когда тут поплавками огородил, тут заходят на пирс, а как по-другому? Так, и вот что забыли сказать. Повытаскивали старые сваи, был Игорь Дыбунов, он положит на это место, шевельнет, и они как зубы у старухи вылетают. Но кое-что там осталось. И где положили там напротив, видно, где скамейки, там не нырять, не ходите. Сергей Козлов нырнул в 30 лет, 17 лет лежал вот так вот, скрюченное все. Да ладно, ему Бог открыл такую истину, что он ему любой зрящий позавидовал бы. Он умер 20 января в этом году. Так что туда никак. Сделали где крещение, очень удобно. Сошел, тебе не надо на середину заплывать. Зачем на середину заплывать? Тебе какая разница, под тобой 1,5 метра или 1,5 километра? А я могу туда. Я прошу не делать это. Вдоль берега плавай и не ходи туда. Ну, у нас вот, вот это вся наша гвардия. Там старший... адреналина больше, а здесь меньше. Адреналина там больше. Адреналин, который искали в горах на Эвересте. Вот Вали Коневой зять пошел туда. А обратно спускались, все адреналином наполненные лежат там. Там не хоронят ничего. Там остался. Все голосовал за Жириновского.
Нам Господь открыл истину, и мы должны ее ценить, как говорит, зеницу ока. Вот Надежда Васильевна где сидит, на скамеечке лежит маленький молоточек. Такой видно, что настоящий. Батюшка не берет. Посмотрите, чей это молоточек? Ну не чужой же, вон, посмотри. А там мой... Так, ну-ка сбегай, Женя, возьми молоточек. Это на мой похоже. А? На мой похоже. А как он попал сюда? Не знаю. Ну отдай дяде Вове. Вот этому. Может, у кого-то еще такой есть, я не знаю. Твой? Ну мой, но я не знаю. Ну, вот может, кто-то еще. Это у Шукшина есть такой рассказ. Мужик в магазине был, ходил, и на выходе нашел деньги. А старыми деньгами 25 это деньги. И он вышел, чьи деньги-то? Ну кто-то сказал, отдали. Он домой-то пришел, у него как раз 25-то и нету. Ну у него такие маленькие смешные рассказы. Так он как переживал? То, что мне сказали спасибо честный, а оказалось в огорчении. Любое дело. Мы вот выносим на обсуждение. Кто-то это сделал. Поговорите. Если сделал, пусть больше этого не делает. Тем более мы рыбу сейчас сушим. Вы знаете, зимой как это. Немножко только где-то и запах. Володя русскую печь топит и потом сушит. Ну, вкусно? Вот так. Готовьте вопросы, какие есть. Что у нас? Картошка.